привет всем! Всем привет! Меня зовут Даник. Сегодня мы будем открывать вот такого огроменного робота. Что это за робот у тебя тут такой? Давай посмотрим, что он умеет. Его можно отправить на какое-то задание. А разговаривает он на иврите. Он может выполнять 14 команд. У него есть пульт, и он умеет стрелять какими-то вот такими пульками круглыми. Они у него тут внутри. Ух ты! Тут у него еще какая-то лампочка. Сейчас будем разбираться, да? И на нем самом, ты видел, есть кнопки? Да. Наверное, самого с него можно управлять и с помощью пульта. Давай открывать. Давай. Не хочет вылезать из коробки, ему там удобно. Ему там удобно и уютно, да? Все равно мы его вытащим, да? Смотри. Давай. Какой робот! Он шагает, да? Он шагает. Здесь нужно принести отверточку, чтобы вставить ему все батарейки. Сейчас вставим батарейки. Мне уже интересно, что он такого интересного умеет делать, этот робот. А здесь надо 4 батарейки. Получается? Ух ты! Там пули вставляются. Ой! Все высыпалось. Так, давай наоборот ему туда затолкаем, чтобы он стрелял. Он помещается ровненько. Таким образом туда загружаются пули, чтобы он мог ими пуляться. Держи. Так, там я вижу, у него на попе есть кнопка. Вкл-выкл. Давай. Ну-ка. Ой! 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 Так, он сказал, что он ждет твоей команды. Ну-ка. Давай вперед. Это что, музыка? А он танцует. Даник приказал ему танцевать, да? Что ты сделал? Что ты нажимаешь? Что ты нажимаешь? Вперед, да? Да. Вперед.
А, он может просто ехать и шагать? Ух ты! Ух ты! Ну-ка, давай на меня. Вперед, давай. Остановись. Остановись, иначе буду стрелять, он говорит. Ой-ой-ой. Ты должен остановиться, он говорит. Ну-ка, давай стрелять. Как стрелять? Как он стреляет? Там есть кнопка стрелять? Вот это? Ну-ка. Это что-то не то, мне кажется. Ой. Смотри, чтобы он у нас не свалился со стола. Он сказал, что все, что ты сказал, ему он сделал. Твоя команда выполнена. Где стрелять? Ой! Привет! Там есть кнопка, чтобы стрелять. Ой, ой, ой. Давай мы поставим его тут. Смотри. Вот эта кнопка, чтобы стрелять. Ну-ка, стрельни. Ну-ка, давай. Не получается? Может, мы там эти штуки криво вставили, а? Ну-ка, давай посмотрим. Все в порядке там. Ой. Подожди. Давай вот переставь. Так, я не могу поставить эти штуки. Так, остановили робота. Ой-ой-ой. О, ты стреляешь? А ну-ка. Давай. Ничего не происходит почему-то. Сейчас как мне в лицо. Не стреляет. Ой! Ой! Давай, тут еще у нас есть. Ой, криво поставил. Мне страшно. Собака заносилась. Ой! Ой! Все, закончились пули. Давай еще поставим. Что, ты хочешь его за стола свалить? Давай. Подожди, давай поставим пули. Я танцую. Мама, из пули на полу. Да. Так, что он еще умеет? Так, если на нем нажимать, он что-то делает? Что как-то не работает. Наверное, надо с пульта там перевести. И что? Ой! Ой, разворот. Класс. Иди ко мне. Дали командир. Теперь разворот давай ему. Опа! Оп! Какой крутой боец! Так, давай посмотрим. Значит, так он шагает вперед-назад. Так он плывет вперед-назад. Едет на колесиках вперед-назад. Эта кнопка. С помощью этой кнопки он танцует. Круто! Здесь, так, с помощью этих кнопок он разворачивается. Это стреляет. Здесь написано «подготовка». Так, здесь он поднимает руку вверх, а это что? Где он поднимает руку вверх? Вот, верхняя, да? Он руку вверх поднимает. А он говорит... Он сказал, остановись, побойся меня, а то я буду стрелять. Остановись, говорит, ты должен остановиться.
Так, это понятно, это он поднимает руку с ружьем. А это что? Тут написано оружие. Так, подожди, это он, ну-ка, это он говорит. Ой, это он стреляет, да? Подожди. Ой, ой. А это подготавливает. Вот это под этой кнопкой, с помощью этой кнопки он готовится стрелять. А с помощью этой он стреляет. А это что? Вот это оружие написано. Вот эта кнопка, что оружие обозначает? Не работает эта кнопка, да? Не хочет работать эта кнопка. Ух ты. Сейчас будет стрелять. Ой, ой. Все, расстреляли камеру. Остановись. Остановись немедленно. Иначе я буду стрелять. А-а-а, не подходи ко мне. Что? Так у него тут горит эта кнопочка. А, он меня стрельнул. Все, у него закончились пули. Сейчас в нос Данику как стрельнет пули. Танцы! Ура! Он говорит, что задание выполнено. Удачно! Супер! Да, остановись, иначе буду стрелять. Даник. Опа! Это моя тебе. Мой тебе ответ. Он сейчас свалится. Пока Даник тут занят, то, что я ему сделаю. Опа! Опа! Нет! Меня сейчас буду стрелять тоже! Нет! Даник, извини, я больше так не буду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой. Все, все. Мне сейчас вернут все пули, которые я на Даника побросала. Мне сейчас все вернут. Не пуляй. Что такое, не работает? Я говорю, не пуляй. Да? Послушал он меня. Он тебя послушал? Да, даже если он говорит на иврите. Что ты сделал? Ох ты. Все, все, я стою. Я стою. Я стою, я никуда не убегаю. Я тебя слушаюсь. Давай потанцуем. Он меня остановил, чтобы потанцевать. Все, потанцевал, говорит, что его команда выполнена. Выполнена на отлично. Привет, робот. И назад, он как Майкл Джексон. С его лунной походкой. А что это у него тут такое? Просто... Это просто так тут. Привет. А давай посмотрим, он будет, может стрелять наверх, сделать нам дождь. Посмотрим. Давай положим его и посмотрим, сделает он нам дождь. Давай. Ну вот так он будет стрелять наверх. Давай посмотрим. Так. Ой, ой. Дождь! Нет, не стреляет больше, да? Ну все, Даник, давай заканчивать видео. Если тебе понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока! Пока-пока!